Да. Слушай, а потом лет через 10 поняли, как выглядит. Это местный. Слишком близко. Все, собственно, пакет все вот так возьмут. Да, клади. Поздравь кого-нибудь. Я поздравляю тебя за то, что у тебя такая, ну, с тем, что у тебя такая прекрасная жена. Вот, камеру на жену, пожалуйста. Вот, прекрасная жена. Прекрасный сын. Сына, к сожалению, нет. Так что перевести камеру тебе не на кого. Ну, переведи на кого-нибудь, на кого ты считаешь самым достойным тут человеком. Только не на майонезу. Никого не знаю. Литл Джон знаю. Бабуля, наверное, думает, что сегодня в честь праздника собрались, в честь Дня Победы. Мы здесь совсем... А, Молодцы вообще. Серег, давай помочь. А? Давай я выпью. До стакана. Ну сейчас, смотри. Сейчас я достану на стакан. Чем давай, мне? Давай немножко. Все. Ну подержи тогда как-нибудь. Да просто. Что? Ну теперь направляй на меня. Значит, хотел выпить за маленького Диму. Появился у нас в России новый гражданин, пацан. А ты как назвал? Я просто уверен, то, что он сможет что-то изменить в России, в лучшую сторону. И сделать многое для наших потомков, для своих же детей. Говорю это в День Победы, великий праздник, что для нас уже сделали наши деды, отцы. С Днем Победы и за сына твоего, Владимир. Спасибо. И ему карты в руки. Естественно, карты в руки, чтобы он подрастал и делал что-то. Я весь с вами. Ты не пьющий, да? Нет, почему не пьющий? А просто нет стакана. Просто нет стакана. Это тоже Антон, что ли? Саша, это мой одноклассник. Его тоже зовут Антон? С 92 года. Его, он Антон? По крупным планам беру. Вообще, работает сейчас видео, да? Значит, могу сказать только одно. Значит, еще раз поздравляю маму за то, что есть я. Это во-первых. А во-вторых, собственно, поздравляю всех ветеранов с великим Днем Победы. Великим, потому что сейчас до сих пор смотрят на нас, на русских, как на победителей. Я объездил всю Европу. Все смотрят. Если русский, значит, если бы не Россия, если вдруг вот мы не взяли бы войну, все, крышка была бы не только России, а всему шарику. Только что-то памятники стали там наши, да, разрушили. Найдите потом это видео. Война началась, можно еще немножко, справка, историческая справка. Ведь война началась, Вторая мировая, в 1939 году. Это Великая Отечественная, в 1941. За два года, 1939. Гитлер завоевал уже всю Европу. Его почему-то поверили. А Великая Отечественная. 1 сентября. Да. Вторая мировая. Да. Это Вторая мировая началась, 1939 года. А уже наша Великая Отечественная началась и так же быстро кончилась. Она кончилась у Москвы. Она могла быть либо короткой, вот такой же, как была. Длинная она стала, потому что мы освобождали все вот эти страны. Было время, да? Давайте там. Ну, да, 48 чинов. Или 15. Юзлос, пожалуйста. Все. Да.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что товарищ очень хорош товарищ. Да. Тебе даже что-то дали. Он уже отец. На, все, выходи. Это ты? Подожди, я тоже один. Побрейкуем. С мячиком. Не, даже не материалы. Вы, кстати, есть на камере тут? Мяч, по-моему, нет. Нет, но теперь там будете. Так, где тут приближать, удалять вообще? Там с двух сторон снимается еще, тебя тоже снимаю. И я тоже снимаю? Да ладно. Запись. Я не русофоб, но я горжусь об этом кричал. Нашим сленгом. Наташа, как-то это очень тесно к нему приезжает. Тебе очень тесно, говорят. Почему? Мне нравится. Че, сейчас подальше? Наташа, у нас глаза, не щурь. Ты будешь как там жить. Короче, солидол. Я понимаю, как будет состояние. Ой. Это погода. Заболел уже 3 недели, блин, красный. Фрей. Пожалуйста. Я видел. Все, такой концерт. Главный пьяница. Ну это, само собой. Эй! Сердце! Абсент, у тебя есть что выпить? Слушай, шуплица. У меня есть стандарт. Все, больше у меня ничего нет. Я гол как самка. Thank you very much. Ну что, рассказывай. Не нужно,
по вторникам, но пока еще не играю, надо аппаратуру починить. А, что альбом? Это я дома не так. Ой, куда не прошла? Здорово! Не знаю, не бежно! Не бежно! Ладно, скакали, позабил. Подожди, подожди. А что у тебя? Да, занят. Поздравь кого-нибудь там, блин. Здравствуйте. Здравствуйте. Я поздравляю. Нет, солнце в глаза просто. Ну, извините. Ладно. Я поздравляю всех, кто меня знает, во-первых. Вот Алана Уайлдера. Тоже все-таки. Реально все-таки мой, можно сказать, соратник. По музыке. Дэйва. Нет, ну, все это, конечно, Дэйва. Я поздравляю. Потом я поздравляю всех людей, которые воевали в Великую Отечественную войну, которые остались живы до сих пор, вот, которые ходят с медалями, вот, в том числе своего деда покойного. Вот. Просто большое уважение. Потому что я сегодня был на кладбище, реально, между прочим. Я сегодня ездил на кладбище, да, с утра, с мамой. Надо. Я серьезные вещи говорю, брат. Вот. И, собственно говоря, всех присутствующих людей, вот, которые отмечают, я надеюсь, у них вот это вот, да? Сними. В голове. Соответственно. Я-то вас видел, люди добрые. А потом уже, соответственно, Дэйв, вот, и которые не кричат, Depeche Mode, понимаете? Вот, я говорю об этом. И еще реально хочу сказать одно слово, буквально. Вот, просто за тех людей, которые сюда приехали, которых не видел. Вот, например, вот этот вот подонок, который стоит рядом с тобой. Вот. Я его не видел 2 года, или 3. Сколько тебя не видел? 5. Ну ладно, мы 2 года бухали. 5 лет. Короче говоря, очень приятно, когда встречается куча очень много красивых людей. Вот, которых... Тебя тоже с праздником, Стас. Вообще всех с праздником. Да которых, с которыми есть о чем поговорить просто, на самом деле. Не какое-то быдло, которое там вот живет под бородом, как, блядь, как где Руслан Майонез, который мне придурок. Пьяная какая-то шняга. Блядь. Слушай, он просил эту запись. Покажи ему, блин, в легком чё. Он сейчас на меня наезжал. Ладно, пошли пиво искать. Ты куда так завидел? Это Игорелла. Все, ладно, давай. Он меня узнает, может. Все, респект. Вот, мы вас любим и спасибо за съемку. Окей. Вот, и звони давай сам. MTV, респект. Вот, еще кого? Виталика можно снять на камеру. Вот, мы уже сняли, да? Вот, Веронику можно снять на камеру. Да? Машем все, улыбаемся и машем. Вы давно уже любите. Все дома с горе. Depeche Mode! Все, Флетчик, мы поехали. Да, я просто не могу сейчас вообще, в принципе, Флетчик, давай. Ни о чем ничего сказать. Я, в принципе. Флетчик, все. 11 числа. На горбушке увидимся. Да, буду, да. На. И позже тоже, я надеюсь. Все, давай. Depeche Mode. Гэн. Все. Давай. Ага, удачи. Поехали. Флетчик, все. Блять, по работе звонят. Не ебали. Все, поехали. А то не мы. С праздником. Приехал и уехал. А как же праздник? Набрался. Ты на YouTube это выложишь? Здорово. На что? На что? YouTube. А что это такое? YouTube. Open. Лучше в LoadUp. LoadUp, он же русский. OpenLoad, он делает на YouTube. Чё, пьяный?
Че, пьяный? Сие мне неведомо, нихуя. Да-да. И сегодня 9 мая, и мы, как всегда, тусуемся здесь. Уже, пожалуй, какой год, Катя? Уже 7-й? Какой 7-й? Какой? Подожди. 9 мая. Глаза. Сделал с 9-го года. Глаза. Уже 9-й год. Не, вообще-то мы с 81-го. Ну кто-то тут. Кто-то с 82-го. Ну кто-то посопливее просто немножко. Да, кто-то с 83-го. Ну да. Кто-то и раньше. Вот, и тем не менее, мы все равно все вместе. Да, она уже сливы слила, ей уже хорошо. Ну ладно. А ты больше на ВДХ уже не работаешь? На где? На ВДХ. Ну, мы уже снимаем, в общем, ты опоздал. Я тебя уже давно снимаю. А так там, у него еще нужны права, знаешь, этого, тракториста-моториста. Да. На квазик, да, отдельные права. Там, ты Рашу шпроты купила? Я говорю, куплю по дороге. Бегом на вокзал. Да, верни, пожалуйста, сбегай. Говорю, слушай, у вас шпроты есть? Да! Слышь, я специально пошла в магазин. А насколько длинно искали? ЦСКА начали прикрывать. Жиняк, тогда с Сатурном что-то заняли. Сонская братва. Вот мы не помним. Где у вас братва? Тебя снимает видеокамера. Димон, смотри, вот скажи пару слов. А теперь полностью. Как прибили, так она не стоит. Давайте. Вова, ты меня же снимал. Я у вас снимал. Пойдем. Сука, честно. Да, хорошо. Что? Пользуйся. Ну, значит, пока так получается. Ну, да. Я теперь тоже как сын родил. Ты у тебя сын родился? Да. Поздравляю. Давно? 4 месяца. Ну, круто. А кто у вас? А где ваши? А кто ваш? Они важны, вам украли. Нет. А по какому каналу она покажет? А мы по всем каналам покажем. По всем централям. Два. Вы Светку не видели? Да, он сын. Привет. Это моя жизнь. Ужас. Все в черном, да? А что, смотри, как совпадет хорошая девчонка, слышишь? Окошки закрыли, я не знаю. 30 декабря. Вот последний сезон. Нет, время брать каждый день. Не знаю, да.